куда ни глянешь, всюду благость, в бокалах сома, в блюдах сладость. И я извечно здесь царю, и милость каждому дарю. Кто может с Индрою сравниться? Моя могучая десница разила демонов порой, и вряд ли сыщется герой, подобный мне. Все веды славят, нисколько не скупясь в словах, того, кто райским царством правит, и право ожидает крах того, кем недоволен я. Эй, Баларама, посмотри! Деревня вся пришла в движение! И я готов держать пари. Вот же жертвоприношение, а не затеяли сейчас. Я слышу песню не про нас! Я вижу многих пастухов, несущих масло в лаки йогу. Я думаю, что скоро могут начать обряды в честь богов. Ты важен этот ритуал, но кто Всевышнего познал, достиг всего, и потому не нужно прославлять ему полубогов или людей. Давай же спросим поскорее, в чем их затея состоит. Какие обряды нам сулит? Отец! 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 Скажи, зачем затеял ты приготовление? О, Кришна, жертвоприношения богам важны для нас как жизнь. И какова же цель обряда? Что боги нам взамен дадут? И как все это делать надо? Поверь, не сочти за труд. Малыш, вы с братом просто дети. Вопросы это не для вас. Ответ, пожалуйста, сейчас! Нам боги посылают все. И это жертвоприношение не просто знак благодарения. Оно в грядущем принесет нам изобилие. В нем основа. Так для кого же фестиваль? Для Индры, Кришна. Очень жаль. Что в Индре вы нашли такого? Ты видишь в небе облака? Из них мы получаем воду. И Индры щедрая рука дает хорошую погоду. Он царь небес. Он шлет дожди, и он господствует над нами. Отец, отец, ну подожди. Дожди идут и над морями, без всяких жертв и без нужды. В чем тут Индра в самом деле? Вон, бедняки разбогатели. Все это их трудов плоды. Они работали, и вот к ним изобилие в дом идет. Дожди же льют, куда попало. На землю и на океан. Затея-то есть изъян, нам славить Индру не пристал. Но Индра — это божество. Успехов нет без высшей воли. Он исполнитель и не боль. Не может Индра дать того, чего не заслужил бедняк своими тяжкими трудами. Мы все должны трудиться сами. Зачем нести трудов плоды полубогам? Ни к нету пробу. Не принесете вы опробу царю небес. И что тогда? Везде и всюду есть вода. Взгляни, отец, есть лучший плод. Есть холм, прекрасный Гавардхан. Он кормит всех коров травой. Отдайте все дары ему. Я обязательно устрою служение этому холму. Но не сейчас, немного позже. Нас Индра Ягья ждет теперь. Отец, пожалуйста, поверь. Ты делаешь себе дороже. Зачем нам Индра? Здесь есть все. Рамана основы мира. Из Индры не твори ему мира. Давай немедля принесем дары великому холму. И браманам, живущим рядом. И этим жертвенным обрядом достигнем счастья. Почему мне нечего сказать ребенку? Он знает, что и для чего. Он понимает мир так тонко. Что ж, я послушаю. Ну что ж, мой сын, все будут рады услышать от тебя сейчас, как нужно проводить обряды. Эй, все сюда! Ты можешь отдавать приказ. Все масло! Злаки и плоды, что Индре вы отдать хотели, употребите в новой цели. Используйте вы все плоды, что приготовить рис, халау, садеш, покоры, пури, дал. Зовите брахманов, подал, мы праздник сделаем на славу. Когда все сделаете так, начните жертвоприношение, дары удовлетворения мне. Примите этот план, я очень этого желаю. Баларама, бежи! Мы примем все, что он сказал! Друзья, нам повезло безмерно!
небо. Простые люди в первый раз осмелились до дерзости эту. Какой-то мальчик-пастушок дает родителям советы, что, мол, не очень хорошо нести царю небес дары. Мальчишка глуп, но до поры. Все в детстве минут сто. Однако тебе известно, что сейчас большая ярья прервалась. Что ж, я не собираюсь плакать. Как имя этого юнца и как зовут его отца? Ребенок Нанды Махараджи, Шри Кришна, обитатель Враджи. А имя выбрали ему недаром, судя по всему. Мальчишке от роду 7 лет. Одна из множества планет парит в пространстве, и на ней община маленьких людей бросает вызов Индре, Богу. Мир сходит в бездну понемногу. Народу собралось не счесть. Хоум Гавардхан, он всем нам дорог. Поются гимны в его честь. Наш путь, возможно, будет долг, ведь Гавардхан совсем не мал. Но мы пройдем его все вместе! Он славен и без всякой лести. Скажу, что он мне дорог стал. Не потому, что для коров трава на нем сочна сегодня. Здесь много пастбищ и лугов. Но я по милости Господней Шри Кришну часто видел тут. Когда хвалу холму поют, и я готов прославить хоть 100, хоть 300 раз подряд. Джая Гири Гавардхан, 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 Джая Гири Гавардхан. Они обходят Гавардхан и предлагают подношения. У пастухов сложилось мнение, что этот холм Всевышний сам. Они наверняка пьяны. О, не ищите глубины в традициях простых народов. И молния с небесных сводов мерещится за благодать. Их явно нужно наказать. Холм поедает подношения. Ну это просто колдовство. Их нужно научить смирению. А этот мальчик, как его? Шри Кришна, мистик. И сейчас он принял форму Гавардхана. Все это очень-очень странно. Мальчишка-йог, не в первый раз. Есть много разных шарлатанов. И им представьте делание, что я снабжаю неустанно водою тысячи планет. И только от меня всецело зависит весь их урожай. Он ягью отменил, как смело! Как может он воображать себя Всевышним? Форд! Мальчишка! Он оскорбил царя небес! Да кто бы он ни был, это слишком! Я уничтожу пастухов! И весь Вриндаван злополучный! Все их дома, и всех коров, и всех детей! Так будет лучше! С лица земли их след сотру! К полудню! Нет, уже к утру! О, грозовые облака, наденьте свой зловещий саван. О, царь всех туч, сам Вартака, не свергни ливни на Вриндаван. Кромешный мрак и дождь.
и гром! И ветры страшные подули! Да, Вриндаван тонет под дождем! Оградины, как будто пули! Летят на нас и на коров! Мы все дрожим! Наш ветхий гроб не может нас спасти, о Боже! Но нам громовержец Синдрадеп излил на нас свой страшный гнев! Думает сейчас, что он верховный повелитель. Но это не смущает нас. Невинных пастухов обидев задумал уничтожить он. Царей нередко портит трон. Он предан мне, но впал в забвение. От временного помутнения я Индру скоро излечу. Я счастье каждому хочу. Мальчугану. Ну да, он понял полный сейчас. Возможно, он тренировался, как аскезы совершал. Знай, я ничуть не растерялся. Продолжим. Из чего ты взял, что нужно сообщать об этом? По многочисленным приметам наш план удался не вполне. Ведь пастухи беды не знают и снова Кришну прославляют. Раз уж мы наедине, осмелюсь вас спросить, откуда в ребенке этом столько сил? Он на мизинец водрузил большую гору. Это чудо! Ты начал мне надоедать. Но в йоге преуспел немного. Способен чудеса являть подобные деяниям Бога. Творить планеты, города. Все это чушь и ерунда. О йоги, маги, чародеи. Меня никто не превзошел. Все, кто со мною войны вел, погибли. Пали, псы, лакеи. Вишванитра не устоял. Сам Бали царство мне отдал. Терпение, я все устрою. Они не смогут устоять. С лица земли Вриндаван смою, чтоб каждый смертный смог понять, что есть верховный повелитель. Слуга, покинь мою обитель. Тяжесть уронить не шутка. Кришна молодец. Нам рассказал его отец, что сам великий Гаргачарья сказал, что мальчик непростой. Вы это самый замечательный. Он спас нас от ведьмы злой. От пожара? А помнишь, надо, как демон смерть его унес и был убит. А сколько с нас пролили мы? Сортер был много. Едва его. И задушил. Да, Кришна, дверь я покорил. Он ест прекрасный балабана. Избавил от больших ослов. Но мы готовы неустанно гирлянды самых лучших слов Шри Кришне предлагать. Порою мы Кришну позабыть хотим. Но тщетно, это не то. Мы все на свете отдадим. Решен остался среди нас. Этот холм огромен! Его он поднял слуг на гриф! И там Вриндаван не погиб! О, Нанда, сын твой очень скромен! Но он, похоже, небожитель, спустившийся на землю к нам! Мы верим, Кришна наш хранитель! А может, он Всевышний сам? Друзья, астролог говорил, что этот мальчик не сходил уже не раз на эту землю! Он был всегда другого цвета. Сейчас он темен, как тамал. Но раньше был он красным, белым. Он мира грешников спас.
благодарим тебя за разъяснение. Ты устранил в сердцах сомнения. И пусть в грядущем, как сейчас, Шри Кришна защищает нас. Смертного напал. О, Боже, что я натворил? Ведь это сам Всевышний был. Что делать мне теперь, не знаю. Кто падшего меня спасет? Пусть лучше я утрачу все, чем милость Бога потеряю. Я осознал, как возгордясь я не скопал. Пойди и поклонись Шри Кришне. Он повелитель всех миров. Ты оскорбил его коров. Поэтому не будет лишним, чтоб мать Суратхи, всех любя, просила Кришну за тебя. Солнце! Смотрите, солнце! Солнце вышло! Счастье-то какое! Дождь! Наконец-то, друзья! Солнце вышло! Какое счастье! Счастье! А давайте устроим! Повелитель, ты наш наставник и учитель. Теперь я понял, наконец, твой удивительный урок. Как время ты придешь в свой срок. Папа где? Ко всем заносчивым глупцам, чтоб уничтожить их гордыню. Господь, я твой слуга отныне. О, Индра, ты усвоил суть. Молодец.